Друзья, всем привет! Это Вова бежит за машиной, у нас дождь очень сильный. Мы сейчас едем быстренько закупаться, продолжать закупку к школе. Нам нужны кроссовки, нам нужны лосины, ну, вроде бы все. И еще нам нужно сдать шорты, которые мы купили Левику в прошлом влоге, они ему маленькие. Ну, в принципе, там и видно было, что они маленькие, но папа решил, что они ему подойдут. В общем, они маленькие. Сейчас пойдем сдавать товар в Таргет, шорты, вот эти вот, это мини. И потом в Росс и в Маршалс. Еще можно, знаете, куда заехать? Мы, наверное, сегодня уже не успеем, у нас уже 4 часа вечера. Мы, наверное, в аутлеты, помните, мы ездили? Я так жала. Ай, блин! Да ладно, стой там! Бегу, бегу, бегу! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! А что, так можно было? Да, так все делают. Ой, слушай, а я сейчас что-то, знаешь, вспомнила какой момент. Ты о нем не вспомнил случайно? Когда мы с тобой только-только познакомились, дружили, был сильный дождь, помнишь? Ты вызвал мне такси и заставил таксиста по лестницам скакать в Томске на этот, как он, господи, театр там или что, я уже не помню. Было дело. Было дело. Чё ты? Смотрите, какой дождь. Лена вырезает меня постоянно, люди, скажите, чтобы она меня не вырезала. Плохо себя ведешь. Я? Ты. Так не надо меня вырезать. Приходится вырезать. Вау. Так, в Таргет, Вова, сначала в Таргет. Сдаем ваши шорты маленькие. А мы сейчас надо побольше сейчас по вот в этой локации поедем, где сейчас сильный дождь. Сейчас ни в коем случае не надо ехать. Нам, давай мы сначала доедем. До Таргета. Зачем? До Маршалс давай доедем. Пока доедем, уже дождь закончится. Но там сервис-центр работает, я не знаю, до скольки. Какой? В Таргете. Какой сервис-центр? Сдать шорты ваши. Ну, не сервис, центр работает, господи. Просто приходишь на кассу и сдаешь все. Не на кассу, а в отдельную. Customer service, он везде работает. Все время даже до 9 часов вечера. Да. Сейчас выходить из машины не хочется. Ну, вот и я поэтому и говорю, что поехали в Маршалс сначала. Там просто может быть такое, что там вообще сейчас дождя не будет. Может быть, да. Жесть, вообще ничего не видно. На телефоне так не смотрится, наверное. Смотрится, смотрится. Но вживую, конечно, хуже. Так, мы заезжаем на Плазу. К Маршалсу приехали. И здесь уже дождик более-менее прошел, поэтому можно выходить из машины и спокойно. И сэндвич сейчас давай возьмем. Папа хочет какой-то сэндвич взять. Да, мы сейчас покажем. Пойдем сэндвич. Это очень известная сэндвичерия. Синдвичерия. Синдвичерия. Правильно тут говорить синдвичерия. Вот она, называется... А я думала, мы в Маршалс сначала пойдем. Нет, в Маршалс... Нет, сначала надо покормить меня. Скромно. Братская Чувырова встала так ни туда, ни сюда, вон там. Вот останови дворники, они с ума сошли. Вот, короче говоря... Вот здесь? Нет, вот. Джерси Микс. Джерси Микс. 1956 год, и это Сабс, то есть это... Как Сабвей мой любимый? Да, пойдем. Угу. Ой-ой-ой. Какой дождик. Такие крупные капли. А здесь никого нет, как я... И только нашему Левушке не нужно стричься. Вся парикмахерская забита пацанами. Стрижка всех перед школой. Так, друзья, мы зашли. Здесь вот такое вот меню. Такие вот вкусняшки. А я вот такой хочу, Вова. И с добавлением моего сыра белого. И без лука. Смотрите, какая. Вот это колбаса, так колбаса. Да. Ты видел, да? Смотрите, прошутто. Давай. Кого? Хард салями. Вау, какая большая салями. А что, у меня твои деньги, что ли? О, какая вкуснота. Булка здесь. Я думаю, что вся фишка будет как раз в булке, да? Смотрите, нам нарезали вот здесь вот колбаску всякую. Вон там жарится все у нас, наши булочки. Горячие, можно брать холодные. Горячие. Ну, мы же сейчас поедим, поэтому нам горячие. Да, круто. Я думаю, что это очень будет вкусно. Ну, в общем, здесь обычно очередь. Это мы сейчас так удачно заехали. Сейчас все, знаешь, где? В Таргетах, в Россах, в Маршалсах. Да вон, парикмахерская битком. Парикмахерская битком, да. Завтра школа, как-никак. Лёва идёт лохматый, это по-любому. Подлатый. Друзья, посмотрите, как мне там жарят грибочки мои. Красота. Кайф.
Что-то мы такие голодные, блин. Да, Вовик? Просто мы такие голодные. А я, да, я уже сняла. Классно. Мяско как раз. О, так классно. Слушай, это недалеко от нас. Да? Ну как гремит там, капец. Мы в машину пойдем или здесь сядем? Ну ты же сказал, что теплее тебе будет в машине. Да, мне холодно здесь. Пойдем в машину. Друзья, смотрите, какая огромная коробка. Вон там коробки есть, да. Можно заказать это для с собой, для кетеринга. С собой. И, вот здесь и много-много таких штучек, например, на какой-то пикничок. Да, и с собой взял вот на пляж. Да. А вот нарисовано как раз пляж, да. Как очень круто, загорают. Здорово. Очень круто. Именная коробочка, вот так называется заведение. Пляж, коробочка. Так, мы ждем, у нас тут прям готовят, как в ресторане. Мы уже минут 10 ждем. Готовится пока только наш. Но он еще спросил, что вы пойдете куда-то в магазин на плазу, да, и придете. Или сразу. Я говорю, сам, тогда я прямо сейчас начну готовить. Да, а я подумала, что как Subway, мы вот когда вот ели постоянно Subway, я вообще его обожаю. Пришел, тебе накладывают, уже булка готова, все готово, все положили, подогрели просто очень в микроволновке. Много, очень готов. Много зависит. Потому что у меня крышечка, что-то с ней пошло не так. Этот, у меня очень много зависит от того, кто делает. Что сказал? Бывают места, где не очень готовят. А, да. Ох, как гремит-то. Ох. У нас на повестке нашего, скажем так, нашего рандеву по ресторанам, у нас еще два места, которые ближайшие... По рекомендациям? Да, по рекомендациям, по отзывам, то есть, которые надо обязательно посетить, на мой взгляд, они будут... Правда, и вернемся в мой корейский ресторанчик, куда я очень хочу. Оба места, они испано-мексиканские. А, понятно. В корейский вернемся в мой, ладно? Ты можешь там ничего не есть. Почему я? Ну, там тоже поем. Мне там так понравилось ужасно вообще. Ну, просто если на каждый день, то надо в Сеул заехать. Сеул – это ресторан, где магазин, который мы покупаем. А, да, попробовать, там тоже будет что-нибудь вкусненькое. Там маленькая забегалка. Там буквально один-два столика, да. Попроще. Там, где мы кимчи мое берем, короче, в этом магазинчике. Там у них свои как-то пару столиков, да? Еп. Да? Так, нам дали наш пакетик с едой. Вот такая. Чувствую я, мы не доедем сегодня до Маршалс. Не дойдем, в смысле. Да мы вон через дорогу. Да я понимаю, он уже закроется скоро. Ой, а можем здесь сесть? Хочешь на улице? Ой, хочу. Ой, класс. А это их столики? Да. Давай. Давай посидим. Классно. Ну что, папа? Так, на, мама, вот маленькую берегу. Давай. О, открывай. У меня очки запотели. Да, влажность, конечно, сумасшедшая. А мне очень нравится, обожаю. А сейчас дождик, не жарко, слушай, прям отлично вообще. У меня шикарно. Я не кремами жарко. Не пользуюсь, мне прям идеально вообще. Такая влажность, это прям идеально. Зонтик поставил и зашел вообще, видите? Да? Давай, папа. Видите, так, как запотевают окна. Смотри, какие. Вау, как интересно сделано. Да, бомбочки такие. Ага. Ха, прикольно. Так. Так, мой давай. Стейк, а это твой... Машрумс. Мой? Вау. Да, машрумс. Ну что, друзья, приятного аппетита. Давай откроем, посмотрим, да? Пробуем. Первый открылся в Нью-Джерси. Так, папа там читает. Смотрите, я одну упаковку разорвала, вторую. И вот так выглядит мой самый вкусный. Вау, какая булочка, друзья. Какая булочка. Ну-ка, показывай свой. У тебя там мясо рубленое какое-то. У меня мясо, у меня стейк. У меня фирменный их. А, ты попросил, который их самый. Я так не знаю, говорю, какой. Он говорит, он так и называется, Famous, там что-то знаменитый, короче. Нотис, вау. Там все подряд, да, у тебя? Думаю, да. Все, можно? Да, можно, покажи его быстренько. Ну, а что его показать? Вот, мясо. Да, мясо, овощи. Друзья, все, приятного нам аппетита. Чиз, да, у меня свист. Я все, там чуть-чуть осталось. Так, друзья, мы все съели, мы все выпили. Мы счастливы. Вообще, в моем списке это вот теперь... В топе просто заведение. Это ужасно вкусно. За все мы отдали почти $20, да? Да. За два вот таких вот. Так, ну что, мы доехать решили до Маршалса. Он вон там. Чего ты не можешь прыгать сюда? Звуки в машине. Какие вот звуки? Эти вот провожающие, встречающие, да, в этой машине. Так, друзья, мы в Маршалсе почти. Кайфон, я привыкла. Да. Привыкну. Такой, нет, звуки просто, как машина, как... Ты заходишь, когда она тебя встречает такими звуками, и когда ты из нее выходишь, она провожает. Можете показывать время?
Так, сразу рюкзаки видим. У нас просто у Лёвика рюкзак. Ну, Вов, у Лёвы нормальный рюкзак, не надо пока ему ничего покупать. $55, Пума хороший тоже. Ага. Ну, не такой, конечно, как у него. Вот этот классный. Перли. Вот этот прям классный. Ну да, неплохой такой. Мне прям очень нравится вот этот. Реал Мадрид вот есть, конечно. Так, давай, мы по существу пойдем уже, Вов. Что? Найк? Джордан? Классный рюкзак. Сколько мне? $30, давай возьмем у него такой Nike. Лёня? Да. Ну, слушай, у него нормальный рюкзак сейчас. 33 отделения. Чемпион. Мы такой чемпион видели. Ну, наподобие. Ну, это видишь, какая-то сумка. Костка. Ленка, вот это очень хороший. Давай возьмем ему. Ну, давай, если хочешь, давай возьмем. Да, давай, потому что что-то у него рюкзак прям не уверен. Он там стер просто в одном месте. Я не знаю, катался он на нем с горочки или что. Блин, смешно, смотри, Джордан, да, нормально. Он раньше стоил, это уже со скидкой $55. А сейчас он стоит 29. 30 баксов он стоит. Ну, сейчас $30, да. Ты хочешь сейчас его взять, да? Да, конечно. Ну, здесь чему, простите, цене-то быть? Тут вот они такие легкие, смотрите, облегченные очень. Школу то, что нужно. Вот есть пума вот такая вот, смотри, чисто черная. Мне кажется, Джордан этот серый прикольнее, чем Пума. Да, мне вот этот больше нравится серый. Да? Ну, на черном всякую фигню будет видно. Ну, может, серый возьму. А вот смотри, соло и нет какой-то такой. Вот не знаю, он промокаемый, непромокаемый? Да, Вов, конечно, промокаемый. Ну, это же не походный рюкзак. Конечно. Вов, пойдем, пожалуйста, быстрее. Ну, это очень облегченный вариант для школы. Ты же видишь, у них тут у всех такие рюкзаки. Вот видите, вот самые такие на... Детские, вот они просто тряпочные. Они легко очень все стираются в стиральной машине. И очень это, в употреблении это супер просто. Короче. Мы как-то другие рюкзаки покупали всегда раньше. Так, что, Лёва, 33 кармана, вообще 33 кармана, просто тупо мусор. Ой, а вон смотри, еще, давай просто глянем, просто покажем подписчикам. Пойдем. Вот есть чемпион, вот точно такой, мы же, типа, видим, Пума, по-моему, с тобой. $20 стоит вообще. Вообще 20. Замок классный, Вовка. Ну, замок, да, классный. Здесь такой толстый. Здесь куча, смотри, тоже там еще кармашки внутри. Вов, ну такие вещи я бы все-таки с Левой согласовывала. Ой, я тебя умоляю. Вот офигенный, да, вот это прям вообще бомба. Но это не надо такое, Вов. Чего? Нет, вот, вот это неудобно сверху вот этот мешком затягиваться. Стоит их так же. Ну понятно, но это более неудобно. Такой, как тебе сказать. Ну, походный более. А что это у него такое? Ты смотри, что-то открывается вот бока. А почему это? А, сюда можно ноутбук сбить. А, он вот как, видишь, можно сбоку, можно сверху. Здесь защита для ноутбука там такая. Они лэптоп носят как? В чехле же они носят, да? Ты знаешь, он, по-моему, иногда его просто дыхает. Ну да. Просто потрогай, потрогай. Джордан, да? Стоит они одинаково. И вот этот подходит. Ну, Вов, ну вот это неудобно. Что неудобно? Ну это неудобно. Вот отсюда неудобно открывать, как раз достал все, что надо, все. Ну это все будет вываливаться, надо сверху все. А вот это вот, ну белый, конечно, боже упаси. Вов, ты нормально взял рюкзак. Тоже классно. Выбор прям, честно говоря, да? Вот хороший очень рюкзак. Ладно, Вов, пойдем уже по существу, уже все, посмотрели рюкзаки. Ооо, Лавруша бы тут уписался сейчас кипятком. Смотри, сколько там и карманов. Даже, а, ну это не замок, это он стоит $40. Нет, это, да. Здесь смотри, какой хаки такой, такой прям пацанский. Милитари прям. Ну да. Смотри, прикольные очень эти такие. Угу. Я всегда на замки смотрю. Да, здесь куча всяких карманов, как военный он прям реально. Сколько он стоит? Он стоит $40. $40. Ну, смешная цена для такого шикарного рюкзака. Ну, и да, он, классно. Смотри, видишь, у него здесь не промокает. То есть можно там в лужу, не в лужу. Ну, я надеюсь, Лёва в лужу не кидает рюкзак. Ну, в лужу не кидает, но вот для ноутбука отдельное. Кстати, это удобно очень. Угу. Слушай, давай-ка мы, наверное, только... Просто я не знаю, какой. Ну, мне зеленый нравится. Мне тоже зеленый очень нравится. Мне кажется, что такой. Ну, такой. Что? Ну, в школе.
школе я его, конечно, не вижу, как школьный рюкзак. Ну. Да ты что? Ну так классный. Нет, он пацанский, он классный такой. Пацанский рюкзак такой, почему? Ему надо хватать. Ну давай, пока ходим по Маршалсу, ты подумай. А еще лучше пришли Леве фотку. А то как с футболками получится, ты ему берешь, берешь, у него полный шкаф потом. Он их сроду не одевает. Так. Серьезно? Можно вообще вот такие взять. $9 всего. Смотрите, какие классные тапки. Это, Наутика, да? Наутика. Ну, это крутые пляжные, тапки вообще. По-моему. Ну да, это такие. Будем мы, какая прелесть. Это еще ходить. Только-только, видимо, научился. Так, ну что, с обувью тут тоска. Да, а вот такие вот красные. Тут видишь и размер всего ничего. Вон они красные. Ну, на шнурках я бы не брала его. Вот такие вот были бы, только нормального размера. Нет, вот. Сколько? 16 рублей всего? Ну. Так, девчонки. Смотрите, классные. Вот эти очень прям мягкие, $13, тряпочные, и внутри, как сказать, как поролончик, знаете, такой. Вот эти классные, да? Так, стоят они $20. Сейчас посмотрю по размерам. Тоже неплохие, $30. Есть голубые, есть розовые, такие вот. Светится, что ли? А нет. Тоже тряпочные. $20. Ребята, какие они легкие. Я даже не чувствую, что у меня что-то есть в руке. Как будто у меня ничего в руке нет. Настолько они легкие. $30, были 45. Но, видите, шнурочки. Вот такие вот есть Катин размер, но они просто деревянные. Вот они вообще не гнутся. Хотя милые. Я вот сейчас вот на такие вот посматриваю. Смотрите, здесь шнурочек, он, ну так, для красоты. То есть они одеваются как носочки. Видите, просто. И они всех абсолютно цветов. Черные, розы. Серый попросил? Я тебе говорю, надо спрашивать. Да, серый. Но мне не надо. Я говорю, почему? Что там из-за одной маленькой дырочки, что ли? А я говорю, Лев, ну с дырочки, ну, как бы некрасиво ходить с дырочкой на рюкзаке. Да, если бы ты видел, какие у нас рюкзаки, у меня по состоянию самый лучший рюкзак. А это так и есть, Вов. Это реально так и есть. Я тебе каждый раз это объясняю, я ты понимаю, не обращаешь внимания, ребят, видимо. Ребят, ну это давайте мы не будем уже совсем... Вов, ну там... Вот какие, посмотри. Вов, смотри, я вот смотри, вот такие вот. Видишь, они одеваются как носочки. Я понял, кому одеваются носочки? Кате. Как носочки, говорю, одеваются? Это я понимаю, но какая Катя? Это на тебе. Да подожди, размеры всякие, Вов. И цвета, и самое главное, цвета. Все вообще размеры. Да? И всех цветов радуги. Они здесь, а вот они вот здесь эти, просто... Да, прикольно, ну, но белые снимать, точно нет. Она снимать нигде не будет, она же приходит. Нет, нет. Её мне одели. Кажется, можно взять, Вов. Вот розовые. Я розовые достала, посмотрела. Розовые, да. А, смотри, еще вот эти. Мне вот эти больше всех понравились. Ну, такой этот шнурочек. Это деревянный вообще сразу нет. И вот эти мне понравились тоже. Вот эти легкие. Легкие, да. Я прям только единственное, пока не смотрела размер. А где это? Это кто? Это Наутика. Где-то здесь. Вот да. Они. Да, посмотрим размер. Это не те. Вот тоже очень прикольные. Легкие. Вообще тоже Наутика. Размер не наш. Так, дальше. Серый, да, берем? А? Ну вот, видишь. Это нет, Вов, это ужас вообще. Да. Так, в общем, взяли ей вот такие вот кроссовочки розовые, нашли ее размерчик. Вот такие. Так, берем и пойдем поищем лосины. Где-то детские шмотки. Вон там. Где-то. Нет, вон там, Вов. Вон там, пойдем. Так, мы в детском отделе. Да, Вовик, ну что? Прикольный рюкзачок. Мы его пришли, Вовик. Сколько он стоит? $35. Вовик, может, это не надо Левику, а правда, раз он так противится. Вообще не бери ему, не надо, вообще не бери. Никакой. Почему?
Ну, он противится и... Ну, он зачем? Сказал, мне нравится, но не трать деньги. А-а-а. Лучше потратить на что-то другое. Понятно. Так, ладно. Детские. Тут совсем маленькие. Где тут постарше? Так, я нашла отдел постарше. Сейчас буду тут искать. Чем это? Ой, милота. Так, лосинчики. Джинсы. Вот смотрите, трое лосин. Ой, такого цвета ужас. В общем, Лена, что ты там нашла? Покажи, черные лосины? А нету других, вообще, мне кажется. А вот там, вот вон там. Вот здесь, там, Лен. Хуже, не, ну давай поедем еще в другой. Нам сейчас все равно по дороге в другой Маршалс, давай. Ой, нет, в Маршалс я по не дороге. Я еще один Маршалс. А что тут выдерживать ты, Лена? Мы уже кроссовки убрали. Нам только зайти лосины посмотреть и все. Короче, Леве еще предложили вот такой вот этот рюкзак. Он сказал нет. В общем, ему понравился больше всего вот этот вот Nike, который Jordan. А, и... Смотрите, хочу заснять вам подушки, Лена. Не обрати внимания, говорю, дай подушки засниму людям, покажу. Смотрите, какие подушки. Это ж надо. Ну, ладно, когда это... Вот эти мумии, да? Черепа, ну куда ни шло. Но лежать на подушке вот такой... Я не знаю, ребят. Что-то я немного в этой жизни не понял, похоже. На злобу дня, простите. Да. Ну, короче, вот такая вот история. Так, Лена продолжает шариться по полкам. Лен, нам по дороге, нам нужно за номерами ехать в Акуру, поэтому поехали и по дороге. Сейчас, может быть, так, джинсики. А вот такие, нет? А вот, Лен... Вот эти вот нормальные. Да, вот Ли, кстати, это. А вот, Лен, вот такие, смотри. Да нет, они нормально, они хабэшные такие, они не синтетические. Вот эти вот резиновые синтетические, вот это вот не очень. А эти вроде нормуль. Да? А, ну да. Так, ну что, поехали в следующий Маршалс. Смотрите, какая у меня странная женщина. Вы видели такую женщину? Я ее прошу пошариться по магазинам. Она, ну, если, да, если ей сказать, что себе что-то купить, то мы бы даже не заехали. Детям она согласилась заехать, но лимит исчерпан уже. И мы из всего ничего взяли. Взяли рюкзак Леве. И вот только вот эти вот кроссовочки. Ладно, погнали и дальше. Красные. Что? У нас такой магазин Justice. В Москве, потом он закрылся. Да, здесь он есть, этот магазин. Ну, поехали, ну в что? В Майами, здесь не знаю. Почему? Здесь есть, в этом. Вот я тебе скажу, где Лиза работает сейчас. Да, в Коста. А, мы еще не рассказывали? Ну пока и не расскажем. Вот так, мы оставим это интригой. То есть вы в курсе, но вы никому не говорите, пожалуйста. Все вместе, никому не говорите. Короче... Все, поехали дальше. Ребята, какие крутые вещи в пацанячьем отделе. Вообще, я вот такую футболочку от Лаврика взяла. Under Armour. Вау, классная. Очень крутая. $7 она стоит. Этого почему так у пацанов круто вообще? Так, это постарше. Папа хочет пойдем с Левиком. Пойдем, у меня еще тренировка, надо забирать номера. Да? У меня вообще капец. Такая его Лиза отвезет. Ты стоишь и просто... Так, мы на кассу. Смотрите, друзья, что мы нашли. Какая крутая это Круэлла. Кружка. Маша бы тут сейчас... Она любит Круэллу. Я, в принципе, тоже. Такие есть гомосеки. Ой, друзья, вот здесь такая полка, вот эта вот крутая. Да, иди. Вон там очень крутая полка, там самые крутые шмотки. А там MLB, NBA, такие вот, NHL. Да, идем. Так, друзья, мы на выход. А у нас получилось... $60, 57.97 и вот $2. На самом деле, Лёва заценил. Это Джордан самый, он говорит, крутой. Короче, взяли рюкзак, Кате кроссовки и одну футболку Лаврику. Все. Больше лосины мы не нашли. А мы сейчас едем еще. Едем дальше? Да.